Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и сегодня начинаю проходить инди-хоррор под названием The Curse of Blackwater. И давайте начнем. Да, новая история. Так, это, я как понимаю, уровень сложности, походу. Ну, выберем лучше первый. Так, сейчас мы появимся, и я вам расскажу немножечко про эту игру. Вот насчет того, что здесь, блин, звуки очень громкие, я с этим ничего не могу поделать. Здесь вообще нету, чтобы убавить звук. Так что. My name is David Jason, and I'm a paranormal investigator. I make a living out of scaring other people with made-up stories of ghosts, of poltergeists, of the supernatural. Of course, I've never seen these spirits, nor do I believe in such things. I'm a skeptic. That was until I visited Blackwater Maternity Hospital. It was operational in the 1940s, until a plague struck, killing hundreds of mothers and their children. I since been abandoned. I geared up and started my journey towards Blackwater, oblivious to the horrors awaiting me. Итак, вот мы появились, наконец-то. Так, о, сразу я понял, как выключать свет у фонаря. Итак, в этой игре фонарик, он будет у вас заканчиваться, то есть ему требуются батарейки. То есть никак в амнезии, тут придется искать все время батарейки и иногда включать фонарь. Вообще, цель нашего главного героя. Наш главный герой приехал посетить, скажем так, родильный дом под названием Blackwater. Ну, мне интересно, вообще у него с головой все в порядке? То есть он... Что он там забыл в этом родильном доме? То есть он хочет туда сходить, посмотреть, что там, да как там. Так, это, я как понимаю, медикаменты, и их использовать можно на H. Так, это батарейки. Их можно использовать на G. То есть батарейки к нашей лампе. Так, включите мне, пожалуйста, фонарь. Так, а левая кнопка мыши? Левая кнопка мыши вообще без взаимодействия, блин. Ай, ну что, ладно, погнали. Нам надо найти... этот родильный дом. Фу, блин. Поехали, короче. Я на самом деле очень боюсь... Кстати, наш главный герой может бежать, это меня радует. Обычно в хоррорах ли какие-то инвалиды бегать не умеют и... Либо обдолбыши какие-то. То есть вообще, в некоторых хоррорах они не умеют бегать. Или вообще еле-еле бегут. Тут вроде бы наш герой достаточно прилично бежит. Но пока вроде бы... Ворона. Ну, этим не напугать меня. What the fuck? Мне показалось, там кто-то стоит. Вот, гляньте, я выключил фонарь, вообще ничего не видно. Я не знаю, как здесь возможно без фонаря играть вообще. По-моему, это нереально. Япона, мать! Кто в кустах? Вот это меня расколбасило, блин. Мне вот эти еще листья напрягают, которые летят в экран. Так, ладно. Кто дышит? Дай тебе передохнуть чуть-чуть. Тот только что дышал, можно сказать. Там кто-то стоит. Чья-то голова. Не знаю, видно вам или нет, но там чья-то голова. Я туда точно не пойду уже. Ой, какая жуть, а. Какая жуть. Да тихо. Да еще и фонарь моргает, мне вот это напрягает.
Интересно, сколько по времени хватает батареек этих? Да хватит моргать. Я ж боюсь. Я не трус, но я боюсь. Ну, пока вроде бы, конечно, не страшно, но... Мне не нравится вот это вот... Когда так спокойно идешь, тебя могут напугать... Внезапно. Бля. Кто-то ходит рядом. Кто-то рядом ходит. Да где это уже, блин, больница, а? Я уже заколебался за нее идти, честно говоря. Бля, что это за звуки? Что это было? Хорош моргать. Ой, ну вас в баню. Бля, беги. Беги, беги, ну их нахер. Кто-то воет, кто-то идет. О, господи. Хреново. Вот зачем мне сил играть в это, а? Вот зачем? Называется, соскучился по хоррорам. Думаю, дай-ка сяду, вроде наслышал про этот хоррор. Охрененные отзывы. Да где же эта больница, а? Вот не мог он на машине своей подъехать. Пизду. Валим. Это было? Блядь! Сука! Блядь! За что так? О, блядь! О, мои руки все потные нахрен! Ой, блядь, что это было? Ёпта! Я не знаю, что это было, но сначала кто-то промычал, или... Что это было? Как будто какая-то женщина что-то вот... А потом резко вот, внезапно вот эта вот музыка, блин, ой, вернее, саундтрек. Фу, блядь. Ну, мы добрались. Фу, до больницы этой. Хорошо, первую проблему решили. Не, вообще без света здесь нереально, мне кажется. Так, а наш персонаж умеет садиться? К большому сожалению, нет. Зато мы можем открывать вот эти ящики. Открой эту нижнюю. Честно говоря, неудобно, как-то он открывает их. Ебана мать. Чё-то как-то тут очень много комнат. Я чувствую, будет. О, он закрывать умеет. Но это уже меня радует. То есть закрылся и уже спокойнее намного. Так, что я должен вообще найти? Ну, видимо, батарейки, медикаменты я могу найти. Да, батарейка, походу, начинает садиться. Какой-то уже тусклый свет. Блядь, обалденно. Смерть написано. Чему я не рад, на самом деле. Вот на кой хрен тебе надо было в эту больницу, а? Забыл, что ли, здесь что-то? Да не моргай ты так. Я нифига не вижу, дорогие друзья. Ага, добрый день. Кто-то там открыл дверь. Я зайду сюда. Уж их нафиг. Я не знаю, как вы будете видеть. Блин, но... Если я сам еле-еле что-либо тут вижу. Какой дали фонарь, кутылы, блин. Странно, но я уже сколько комнат обошел, и я ничего полезного не нашел. Блин, я нифига не вижу. Давайте... Во. Теперь все видно. Ну, я как понимаю, батарейки хватает где-то на минут 5. Блин, это... Что вообще... О, еще одна батарейка. Что такая музыка напряженная стала. Я как понимаю, это вообще китайские батарейки, что их хватает на 5 минут. Что ж ты... Мне показалось, там кто-то стоит.
Блять, что такое? Да что ж такое музыку? Напряженную, а? Зачем вы так пугаете-то, а? Ну, честно говоря, не так сильно напугался, как вот когда я пришел сюда, к воротам, когда там была вот жесткая музыка. Почему-то вот этому я меньше напугался. Хотя, какие жести. Кто их тут засунул в шкаф? Вот эти ноги, руки, туловище. Да. Но пока, слава богу, за нами никто не бегает и нас никто не пугает. Это уже меня радует. No escape. Ключ. Sleep word key. Хорошо. Мы нашли ключ. Это меня уже радует. Надо бы, честно говоря, побыстрее вообще все это делать, потому что, чтобы было хоть побольше у нас батареек. Не знаю, пока что, я бы сказал, бы очень спокойно, не напряжено. Пока не знаю, чего тут люди боялись так. Пока вроде бы обычный хоррор такой. О, подожди, тут что-то лежало. О, еще одну батарейку нашел. Блин, всегда светил бы вот так фонарь, было вообще замечательно. Было бы превосходно. Так. Пока честно, я не знаю, от чего этот ключ. Фу, так. Насколько здесь этих комнат, блин, а? Давай, открывай. Какой-то хлам лежит вот в этих в ящиках. И из-за этого можно не обнаружить батарейку или там ключ, допустим. На самом деле я боюсь шкафы открывать. Потому что... Не показалось ли, кто-то ходит? Ой, не дай бог, кто-нибудь сюда войдет, это будет вообще просто... Ёпта. Я тут посидею нафиг. Так, видимо, мы все пошли. Вот отсюда мы пришли же, да? А, нет. Мы не отсюда пришли. Мы еще не все пошли. Видимо. Что это за звуки? Как будто кто-то рычал или что-то в этом роде. Ой, да, давай это, может, свалим отсюда, а? Домой поедем, там весело дома. Уютно. Нет, блин, надо вот пойти в этот... В эту больницу, а? Ладно. Вроде бы... Хотя не, мы нифига не все обошли. Давайте все обойдем, а только потом мы будем по этой стороне смотреть двери. Блин, меня напрягает вот это вот. Иногда... О, медикаменты, погодите. Меня напрягают вот эти звуки, как будто кто-то ходит. Действительно, это вот если прислушаться, то кто-то ходит вот на заднем плане. Еще один медикамент. Честно говоря, мне батареечку. Ой, матрас кто-то выкинул. Как же неудобно здесь открывать вот эти ящики. Действительно, очень неудобно.
Давайте лучше воспользуемся батарейкой, потому что ни хрена уже не видно было мне. Ой, вновь еще одна батарейка и... Блин, мне показалось, что тут еще лежит сзади батарейки. Ну, батарейка пока что, я бы сказал, довольно достаточно. Какая-то бумага, и вон там крысы бегают. Это нормально. Так, тут нужен лом. Вот эти, чтобы две двери открыть, тут нужен лом. Фух, мне все это нужно... Сейф. Сейф мяс. Сейф ас. Какая разница, сейф? Сохрани меня, блин, иди отсюда. Так, ладно. Честно говоря, мне вот это вот... спокойствие не нравится. Потому что ты начинаешь привыкать к игре, то есть спокойно она, а потом резко вас хренакс и начинают пугать. А я такого не люблю. Лучше пугайте сразу. Так, сколько еще дверей тут, блин? Честно говоря, я уже задолбал сходить. Зачем столько много было комнат делать? Блять. Вы это слышали? Кто-то крякнул или гавкнул. Я не знаю, как закрыть дверь нафиг. Chief is here. Спасибо. Ой, блин, жалко, здесь шкафы залазить нельзя. Ох, жалко, я бы спрятался, сидел бы и... ни о чем не задумывался. Так, тут ничего нету. Блять. Как меня прям испугал этот звук. Так, вот мы все, мы обошли все. Давайте по этой стороне теперь смотреть. О, ключ подошел. Слава тебе, господи. Подошел ключ. Ой, как мне не нравятся вот, вот эти вот стоны, плачущие девочки. Так, что-то по-английски написано, ничего не понятно. Шкаф закрыт. Ну да, это именно вот родильное отделение. Ну вот этот конь меня как-то напрягает. Я не буду лучше к нему подходить, а то еще какой-нибудь скример будет, не надо. Блять. Как же все-таки шутка-то, а? Шкаф вновь не открывается. Блять, батарейка заканчивается. Фух, у меня руки уже мокрые нафиг. Батарейка. Я, кстати... Так, ее можно нажать, кстати. Спасибо. Бляха-муха, кто, где, как? Блять. Нужен ключ, да похуй. Не нужен тебе ключ никакой. Так. Сюда я могу пройти? Ёбаный пиздец. Тут других слов я не подберу. Дуркей. Закрыто. А тут? Дуркей. Все закрыто, короче. Нужен ключ. Мне нужен лом и ключ нужен, блять. Откуда мне его взять? Чё-то мне жутко. Я не знаю, но мне жутко. Ой, блядь, мне жутко, жутко, жутко. Мне жутко, жутко, жутко. Я боюсь, я боюсь. Не, я не боюсь. Чё, вроде ничего тут страшного нету. Бля, что было? Когда, как, поскольку? Ёп!
Маринка. Маринка, это ты? Ой, Маринка, что-то она какая-то это... чокнутая. Марин. Марин. Давай не будем с тобой разговаривать. Я не знаю, что это за девчонка, но... меня она напрягает. Марин. Ну, на самом деле, она вроде бы какая-то... ёбнутая. Она не двигается, видите? Ой, да ну я в задницу. Чуть не хочу я с ней проблем иметь. Так, мне надо найти лом, мне надо найти ключ. Я не знаю, что мне делать. В баню эту Маринку. Она идет за мной. Марин, отстань. Марин. Где мне ключ-то найти? Там нужен ключ к трем дверям. Нужен лом к двум дверям. Бля, там Маринка. Честно говоря, я не хочу с Маринкой дружить. Плохой она друг. Ой, она дышит. Дышит еще как в ухо прям мне. Марин, отстань. Марин, Марина, Марина, Марина. Да я все здесь обыскал. Либо здесь... блять. Либо здесь ключ появляется рандомно. Либо... либо пиздец. Вы не удивляйтесь, что я так много матом тут говорю. Ну, блин, в таких играх, по-моему, это вообще... придется говорить. А, двери! Почему он, они сломались или что это с ним случилось? Где этот ключ, гребаный? Да не говори, что свет заканчивается. А ну, врубай. Ключ. Быстрее. Маринка придет и все будет плохо. Маринка, Маринка. А Маринка плохая. Еще какая плохая. О, Storage Key. Бля, бля. Хео, хео, пошла нахрен своим хео. Я не пойду к тебе. Я не пойду к тебе, овца ты хрен. Ой, блядь. Еще кто-то зарычал, главное. Блядь. Вот такой хер я сел играть в это. Вот сижу себя, мучаю, блин. Да еще и седой становлюсь после этой игры. Так, тут лом был нужен. Так, куда ключ-то? Видимо, сюда. Сторожки, сюда. Да, 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 закрой дверь, Маринка пошла. Да, он, почему он дверь ломает? О, лом. Все, лом есть, валим. Маринка, 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 пошла нафиг. Пошла нафиг. Так, там были две двери, которые... на которые надо использовать лом. Фу, блядь. Где эти двери? Отсюда мы пришли. Честно говоря, что-то я из виду Маринку потерял. И... о, открыл. Давай, входи! Ну чё, это туалеты. Кура. Чё за кура, блин? Ой, я её слышу где-то. Давай, открывай! Там кура написано было, а тут что написано? А тут ключ. Records Room Key. Где-то дышит, зараза, где-то дышит эта маленькая Маринка. О, господи. Не знаю, почему я Маринка назвал. Просто как-то сразу мне на мысль пришло это... ну, жуткая девушка, очень жуткая. Честно говоря, не хотелось бы с ней встретиться. Где эти двери? Я их потерял. Честно говоря, фонарик начинает уже потихонечку тухнуть. Блин, я потерял те двери. Так, тут мы двери ломали ломом. Маринка, 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 за что ты так со мной?
Видимо, нет, не сюда. Там мы взяли ключ. Где-то вот в этой стороне стены должна быть... Давайте используем, наверное, батареечку. А то что-то как-то очень темно. Во. Мариночка, тихо, Маринка, не надо. Как-то она странно ведет себя, то есть она руками вверх-вниз, вверх-вниз. Как-то либо она рэп любит читать, либо она зарядку делает. Так, нет, не сюда вроде бы. Хотя я могу ошибаться, я, честно уже говоря, запутался, и мне на самом деле очень даже страхово. Как-то она странно передвигается, то есть она не как обычный там монстр бегает за вами, она как-то, можно сказать, плывет. Вот сюда, по-моему. Не-не-не, не сюда. Блин, я запутался, дорогие друзья, честно. Уже третий круг бегу и... Чё-то как-то вспомнить не могу, куда мне надо. Короче, где-то вот... Где было два этажа, вот туда мне надо. Блин, там Маринка стоит. Мариночка, Марина. Я пойду, ты не против? Да опять я не сюда вошел. Твою же мать. Ай, тупик, что ли? Не? Не, не тупик. Маринка, ты меня так не обдуришь. Ребят, я запутался. Да не, не сюда, мы оттуда пришли. Так, тут я был. Тут я тоже был. Надо найти вот эти, где был подъем на второй этаж. Там были две двери закрыты. Нет, это простая. А, что, а? Не надо. Я... Пошла нахрен, дура. Дура, 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 дура. Плохая ты. Очень даже плохая. Да где же, господи, я настолько растерялся, я не могу вспомнить, где эти двери. Я небось, конечно, уже это давно пробежал тут дверь. Нет, не сюда нам. И не сюда. Конечно, вам со стороны видно, куда бежать, допустим. Вы поняли уже. А я не вижу. Ну это... Поймите, на видео намного хуже все это видно. Со стороны всегда все просто. Кажется. Вот она, походу, да? Да, наконец-то. Наконец-то я нашел. Пошли на второй этаж, на второй. Да как это так? Может, от этой двери? Пожалуйста, будь от этой, а. А, кто? Кто ковыряется? Она, по-моему, там где-то ковыряется у себя. В зубах, наверное. Да пофиг, нету так и нету. Шкаф не открывается. Ключ. Ключ от... Ой, я ее слышу, слышу, слышу. От библиотеки. Давай, пошли читать книги. Ой, что тут случилось? Кровь какая-то. Так, проход ведет туда. Видите, по следам крови ведет туда. А что ж мне делать? Как? Найти какой-то секретный рычаг или что? Что делать? Ой, ой, я нечаянно нажал на вот эту полку. О, открылось. Ой, господи, все, валим, валим. Маринка, извини. Ой, она идет за мной, я слышу. Давайте, давай, беги, беги. Загрузка. Походу, первую локацию мы прошли. И что могу сказать? Блин, это жутко на самом деле. Мне интересно, тут вообще сохранение есть? То есть я, допустим, хочу сейчас закончить серию на этом. Options. Restart level. Ну, надеюсь, что есть сохранение. Не хотелось бы мне заново потом все это пробегать. Ладно, давайте здесь закончим на этом серию. Игра на самом деле очень жуткая. Так что ждите продолжения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.